Генсуха, поехали. Я с вами Егор Крид, и сегодня вторая часть нашумевшей битвы треков. Под предыдущим выпуском вы оставили целых три комментария о том, что нужно позвать Токсиса и Молодого Платона. И сегодня они здесь. Где? А, во, реально они. О, привет. Прикольно, блядь, прикольно. Типа написали, и он позвал, блядь. О, май. Ребята, Молодой Платон, блядь. Одни. Представьте, кто будет в ваших командах. Ты уже шаришь за Poison? Это цены на обувь и одежду в России. А вот сколько это стоит в Rhythm Store. На Poison ты найдешь оригинальную одежду и обувь в 3 раза дешевле. А сервис Rhythm Store привезет тебе его за 15-20 дней по самой низкой цене. Нашли дешевле? Напиши менеджеру Rhythm Store, и они предложат тебе более выгодные условия. Rhythm Store. Стиль на доступной дистанции. В моей команде восхитительная Анна Акулич. Аплодисменты, друзья! А в моей Бро, команде пиздец. Потрясающая, очаровательная Кинсуха. Как и звук очаровательный. Вот как. Охуенная музыка, вот это, блядь, просто я прям представляю, как зрители хуярят просто под каждую вставку. Сегодня необычный формат, друзья, мы решили попробовать что-то новое, до этого мы делали 3 на 3, сегодня у нас пара на пару, 2 на 2. До этого мы унижали детей, значит, блядь, просто и жестко, блядь. Как у вас Помним. Замечательно, заряжены на жесткий рэпчик. На жесткий рэпчик. Да, дай бог. У нас тоже прекрасно, мы готовы варить. Кого? Чел, блядь. Видели, Стас? А, блядь. Стас, это. А чё, да ну и кринж ты сейчас выдал, чел. Кукапить на хотбоксике. У нас очень легкие правила. Чего, которые я прям... блядь? Напомню. Есть рандом... Мы тебя гостим, чел. Рандомные темы, вы их вытащите друг другу. На написание трека будет 3 часа. У вас сколько, у каждого, блядь, будет по крутому битмейкеру? Да я за 3 часа даже, блядь, поесть не успею. Вы плюс чё, у вас будут крутые микрофоны сегодня. Бля, ебать, да рэперы хуярят за 3 часа песню. Как вам? Нормальная тема вообще? Это пиздец. Писаться. А скорость? Ты, кстати, бля, главное ее не забыть, когда они песню пишут. Хотя похуй, наверное. Ну что, легендарные барабаны с жанрами. Бля, они легендарные барабаны, братан. Легендарные шарики вот эти, блядь. Легендарный ролик, бля, я знаю еще одного пацана, говорю, все легендарно. Уже здесь, кто из вас первый будет кому утягивать? Дайте на суефа, обычный легкий мужской спор, давайте. Первый ножницы? Да, первый ножницы. Подожди, это будет странно делать надо мной эти движения, поэтому... Типа... Суефа, суефа. А, бля! Ой, бля, неплохо. Поехали дальше. Что ты хочешь утягивать, тему или жанр? Давай тему. Давай, ты вытягиваешь тему, Наташа, потом он вытягивает жанр. Да, давай. Наташа вытянет жанр. Подожди, стоп, я же не рассказал, какие темы. Так, ребят, напоминаю для всех, какие сегодня у нас темы. Давай. Это песня про любовь, пацанская, так, как у нас была в прошлый раз. Репрезент, но это просто песня о себе. Трек про дружбу. Праздники, любые, какие хотите. Дис, можете друг на друга, либо на кого угодно, на что угодно, неважно. Mm-hmm. Школа, либо универ. Трек про игры, любые, какие хотите. Тикток хит, ну тут тоже можно поразмышлять как угодно. Свадебная, бренды, грустная песня, времена года и город. Когда тема выпадает... Очень интересные. В принципе, все темы, которые возможны. Вы можете... экспериментировать как угодно на эту тему. Mm-hmm. Давай, ты уже взял? Let's go. Йоу! Йоу! О, нет! Тема жёсткая. Чё там, блядь, в итоге? Отвечаю. Уже это там всё. Чё там, пацаны? Мне повезло. Ребят, тема... Не-не-не-не, ребят, у вас тема праздники. God damn right! Ну хотя нет, хотя нормально. Можно, дайте. Бля, чуваки, блядь. Можно же сделать все, что угодно про праздники. Так, теперь давай вы им тему вытаскиваете. Хули вы, блядь, считаете в чате, сколько я раз топнул, блядь. Чё, придурки, запутались, блядь? Не, нам повезет, я уверена почему-то, я прям уверена. Нет. Да не-не-не, нормально. Блядь, если вам пиздец. Повезло. Если честно. Ну, они понятно. Повезло. Игры. У вас могут быть ролевые игры. Сорян, обломался. Любые поджанры рока, любые поджанры рэпа, кантри, джаз, шансон, фонк, кальянный рэп, аниме, опенинг, кей-поп, поп-музыка, дабстеп, танцевальная музыка, драм-н-бейс, R&B и любой жанр. Если вдруг выпадает... Любой, блядь.
Делайте любой, как вы хотите. Жанр вы можете использовать в любом элементе трека. То есть это может быть 6-секундный отрывок. Но главное, чтобы он присутствовал. С темой ровно такая. То есть это, знаете, это прошлый раз, когда, помните, дети кантри себе взяли, нихуя нормально не сделали, типа, там вообще не кантри ни разу. История, вы можете не фулл трек делать про это. Бля, надеюсь, кей-поп. Бля, пожалуйста, кей-поп, я прошу. У меня именно невезучая рука. Давай, я в тебя верю. Оп. Гуд. Хорошо. Это очень хорошо. Вам очень хорошо. Так что там, блин? Танцевальная музыка. Блядь. А что значит танцевальная музыка? Любой пожар. Просто сейчас Club Type Beat сделаем. Это может быть и Jersey Club кусочек. Конечно. Это очень, это изи. Ну типа, чтобы под это танцевать, понял? Опять, Анютка. Слушай, я хочу тебе сказать, что у тебя счастливая рука. Потише? Хорошо. Так, ну что, Наташка? Ну давай мне тогда тоже. Ну, Наташка, давай. Розовый, вы прикинь. Пожалуйста, только не кей-поп. Что там, блядь? Кавай. Ваш жанр аниме. Мэ опенинг. А зачем ты кавай? Кстати, неплохо, я бы сделал. Подожди, стоп, у вас аниме? Это Аня. Буду знать. Тема? Про игры. Спасибо, про ребят. Нет. Кстати, реально кинчу. А у вас про игры? Да. Аниме про игры — это супер круто. Ну да, на самом деле тоже матч. А у вас, получается, танцевальные праздники. Mm-hmm. Ну что, ребята, мы начинаем. Блять, ходьба под музыку, вот это охуенно. Бля, вот это, без этой вставки вообще хуй бы ролик получился, как они выходят, смотрите. Вау, как они идут, блядь, пиздец, круто, блядь. Ебать, они идут по лужам, нахуй, под такую музыку, блядь. Ебать, вот это охуенно сейчас, блядь, ну вообще прикольно. На самом деле, танцевальный жанр — это очень широкий жанр. Можно сделать... Челы, вы в эдите, скажите, вы в эдите? Клаб. Так. Свежатина. Свежатина? Свежатина можно сделать. Да. Можно сделать прямую бочку, как у ЛДЖ. Хочу. Можешь? До ЛДЖ никто прямой бочки не делал. Да. Очень хочу. Мне очень нравится эта идея, мне очень нравится вайп. Чё лупит, бля, мне соседи хуярят в стену или чё, бля? Джей изначально хотела что-то клубное. Базар. Праздник какой. Я предлагаю, чтобы это стало хиточком, сделать про день рождения. День рождения девчонки какой-нибудь. Можно. Главное, Тимур, командная работа. Ну, главное, вот у Акулич такая инициатива жесткая, чё хотел сказать. Ну, да. Предлагаю, типа, вот так сделать. Ну да, можно. А можно еще вот такую тему. Ну да, вообще неплохо, блядь, инициатива есть. Весь вот этот творческий процесс. Я что-то начну надумывать, ты подкинешь. Я что-то за тебя, ты за меня и вообще. Блядь, вот тоже вот у нее инициатива, Генсухи. Инициатива просто дохуя идет, лыбится. Уверен в том, что вообще у нас точно получится. У искусства нет. Она тебя слышит? Может, она в наушниках, бро? Ребята, запомните это. Я реально буду... Все слышит. Я думал, в наушниках идет, типа... Стараться. Ну все, главное стараться. Все получится, ребят. Усердие и труд, все перетрут. Правильно, вот это правильные слова, 100%. Друзья, вы знали, что в Золотом Яблоке при покупке онлайн-карты у вас есть возможность записать видео поздравлений? Прикольная реклама. Просмотр. Понятно. Ну что, ребят, я хлопнул, я появился. Вообще неожиданно. Громко. Так, тема. Праздник. Танцевальный праздник. Знакомы с Кидмалтом, нет? Конечно, уже давно. Это же Sky Cassi. Вас не нужно знакомить, у вас бизнес. Энергия произойдет. Какие... Какие идеи? Что у вас там? Я видел то, что ты что-то уже накидывал, да? Что-то... Короче, LJ вайп. Сплайсик зашел, звучки отобрал. Типа Егор Крид, я понял. Он не участвует, короче, в этом шоу, да, типа... я понял, ну это нормально, полностью, кстати, тема. Танцевальный трек. Да. Полностью. Он типа не участвует, он типа как ведущий, короче, я понял. Нихуя. Прямая бочка. Да. Реально? Да. Конечно же, да. Ну, жесткий клубняк. Окей. А какой праздник у вас будет? Вы же понимаете, что... Вы же реально? Вы праздник? Ебать, Егор Крид, Золотое Яблоко рекламе. Ну это крутое, блядь. Да, это крутая реклама, 100%. Типа каждый день как день рождения? Ну не. Так что? Ну мы, допустим, сейчас зачитаем про день рождения какой-то девчонки, типа вот. Типа сторителлинг. Вы на дне рождения. Ну да, типа. Но вы же можете вообще чит-код сделать. Вы можете просто сказать любую, и типа для меня это праздник. Все. Ну это какое-то читерство, а тогда вообще какой смысл в том, что это праздник? Ну да, да, да. Если можно вообще так перекрутить. Что сказать, что это типа ВХС-съемка, поняли? Я праздник День кирпича, давайте. Да, ну так же можно. Это вы меня украли, блядь. Вот помните, когда я разоблачение... Это вы знаете, я разоблачение на Ефремова когда делал, ну не разоблачение, вы поняли, ролик вот этот про Ефремова. Мы там использовали ВХС-камеру, блядь, и после этого все начали ее использовать, блядь! Нет, почему нет? Насколько вы креативны, как говорится. Ну они сами придумали, очевидно, просто я уж так, ребят. Вот так хорошо. Мне так нравится. И шоу, кстати, тоже прикольно, авторское такое, прям интересно так придумали. С созданием трека, да, типа прям интересно так.
Прикольно, блядь. Ой, кто меня рейдит? О, Стинт, спасибо большое за рейд, спасибо. Ребята, все привет. Все привет. Присаживайтесь, ребята, надевайте колпаки. Стинт, спасибо тебе большое за рейд. Ребята, сейчас мы смотрим Егора Крида. Пока ничего не происходит, интересно. Ты для меня праздник, твой зад меня дразнит. Я не думал, зад дразнит, блин, чел, ну понятно. Такой LJY прям получается. Ну по-любому попсовый припев нужен. Конечно. Не, не нужен, блядь, давайте андеграундный. Вот, то есть танцевальная музыка будет с орган-басом, а припев пиздец андеграунд сделаем. Руки вверх, тайп-щит. Скорость, да похуй, какая разница, ребят, что побыстрее, что помедленнее услышать, какая разница. На молодежный вайб. Да вообще сюда хип-хопчик не хочешь вставочку никакую в куплет. В микрофон, ты вообще хочешь в микрофон дышать вот это глицерином ебаным вот этим, бро? Бро, не вот. Надо в микрофон. Микрофон, понятно. Походу, еще дорогой, блядь. Прямая. Sony, да, шо ли? У вас, типа... А что это за микрофон? Sony какой-то, блядь. Какой секси вайп, блядь, не видно, нахуй, не дышишь. Да, это Sony, блядь, C800G. Ты че в него дышишь микрофоном, нахуй? Ты че? Ой, этим, да, глицерином своим. Ты знаешь, что глицерин осядет, блядь, на этом, нахуй? Ты чё, чел, блин? Ладно, я пойду посмотрю, что там ребят пока. Давайте, удачи. Ебать! Как вам, нахуй, микрофон за 15к зеленых, нахуй, сидит в нее электронкой. Красава, братан. Когда будешь мелодию придумать? Ты прикольно придумал, сразу видно, что ты, ну, вот, богатый человек, готов еще один такой же купить. Его же можно было обрабатывать? Если поразмыслить логически, мясо не стоит есть. А у вас все нормально, там уже почти трек готов. А мы выставляем? Да. Ребята. Надо трек делать. Давайте. Смотреть вместе. Они аниме лежали смотреть? Прикольно, блядь. Ну что, ребят, у нас аниме про игры. С Нестом вы знакомы? Да. Нест Экстрим. Какой биток вообще делаем? Как будто хочется какую-то мелодию в стиле регалия. Да, анимешную мелодию. Куча мелодий, можно сейчас просто послушать, выбрать что-нибудь. Да медюхи скачайте просто и все, блин. Мясо. Мясо? Но мне кажется, нужно вначале дать аниме-опенинг. Прям вот классический. Не, мы хотим интруху сделать, а потом после интрухи сделать с драмкой другую немножко. Seriously? Да, да. Seriously? По сути, вот аниме-тема, ты же можешь просто там, я не знаю, столько что глаза как аниме. Все. Ужасно. О-хо-хо, да. И у нас банк. Это уже аниме-тема будет. Титовый канал сразу. Ну потому что наркот... Чего? Наркот... Что? Ужасно. И у нас бан или титовый канал сразу. Ну потому что наркот... Вы что делаете там, блядь? Да все? Че? Делаем? Чел, ты серьезный? Тебя зад вообще манил хоть раз, бро? Дразнил зад тебя? Потому что у той команды реально уже половина. Бро, все, купай. Давай мелкую. Мелкую просто выберем поверх. Давай еще мелодию. Давай. Какую мелкую ты выберешь? Не надо там мелких выбирать. Выбирайте, я придумал. Так, ребятки, что могу сказать? У команды Молодого Платона, конечно, это сильная фора в плане бита, в плане темы и жанров, потому что у них уже половина готова. У Токсиса с Наташей все очень тяжело, потому что они... Не, фора, бля, фора — это когда, типа, знаешь, ну, типа... Как тебе объяснить, бля? Они одновременно начали, там форы не было. Фора, если бы Платон раньше бы них начал, блять, брод, ну... Жарю за аниме-опенинги, и мы сейчас вот зашли, начали смотреть в Ютубе, как бы, не знаю, что у них получится, но я в них верю. Ставьте лайк, если верите в них, что у них получится классный аниме-опенинг. О, Соболина, спасибо за рейд, спасибо, Соболина. О, нет. Рейдеры, наденьте колпаки, мне сегодня целый день, вот еще Братишкин бы мне рейд въебал, да это было супер. Пришел Егорыч, и у нас еще не готово, нам стыдно. Вы решили сменить соус. Бля, ну вот честно, пока что очень душный ролик, вот без рофлов говорю, пока душновато, пиздец. Вытягиваю как могу, бля, надо быстрее доебываться до всякой хуйни, чтобы не было скучно. Ребят, сейчас, поехали. Реально? Да. Реально? Но... Не, пока слабовато. Сейчас что-нибудь придумаю, до чего доебаться, ребят. Сейчас. 2012. Да, ну на. Да. 2000, ты тогда вообще родился в 2012? Ну, вопрос такой, блядь. Поехали. 20 минут назад. А что там было? Мы вот только смотри, что видели, вот что 20 минут назад. Видеть, что ты хочешь? А как ты пришел к этому, ты мне скажи? Как к мой... чему, блядь? Подожди. Я хочу. Есть вот такая вот тема. Есть вот такая тема. А как ты пришел к этому? К чему, блядь? Он сказал, есть такая тема, еще даже не загуглил. К чему, скажи, блядь? Как мы с ЛДЖ перешли на Анну Асити. Ну, да. Какую давай... нахуй Анну? Ебать. Прям все варианты. Ну это хуетень же, ну, в курсе, блядь? Не, вы в курсе просто, или вы реально пока думаете, что это стилёк, блядь? И ты чисто как Анастин. Реально, давайте сделаем какой-нибудь вайп типа Евро 2012, что-то такое не... Пиздец, бро, жестко, блядь. Вообще можно. Ладно, вот теперь кринж пошел, блядь. Не нужны все по
под звезды кадры, только твои губы шоколада сложим. Да, 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 let's go. Let's go. Да, мы делаем. Окей. Давай пять. О, нихуя я в тайминг, слышали? Хлопнул, бля. Вот это скажу, я понимаю. У них сейчас пока все очень сложно идет. У нас просто поиск реально свега. Я понял. Поиск свега. Ой, блядь, случайно нажал. Как это с аниме связать, братан? Сейчас подумаю. Ну пока анимешно звучит, no, прикольно. Fire, ну нужен припев, бро. Вот теперь нужна твоя помощь. Давай, бро. Давай. Хорошо. Припев-то придумай. Не играй в игры, я знаю, что здесь ты. Да! Со мной, знаю, что ты. Знаешь, что ты пишешь, другой. Знаешь, что ты пишешь. О, давай, давай, пробай. Другой? В смысле, ты от своего лица будешь петь, знаешь, что ты пишешь, другой, бро, это же. Я не играю. А, типа для нее пишут, все, понял. Выиграй со мной, знаю, что ты пишешь, другой. Это типа она будет петь или Токсис? Если Токсис, немножко странно, вот честно. Не играй в игры со мной, знаю, что ты пишешь. А здесь надо менять. Что он сказал, я... Не играй в игры со мной, знаю, что ты пишешь. А здесь надо менять уже. Я, блядь, а пишешь, все, все. Все, блядь. Знаю, что ты пишешь, блядь, все. Над хит, чего хоть. Я не мой опенинг, у нас и воксы будут. Мясо, мясо, мясо. Все по тематике, мы все сохранили, бро. Вот это мясо, че будет, отвечаю. Бля, мясо, пиздец, фарш, медвежий фарш. Пишешь, другой, каждый раз как слышу голос твой. О, как слышу. Это типа чья-то песня, уже какое-то аниме существующее, типа, реально? Голос. Ну это твой, полное аниме, мясо. Да купа ты точно, блядь, вот 100%. Нет, ты меня, блядь, каждый раз как слышу голос твой. Каждый раз как слышу голос твой. Голос? Мне все тяжелее быть одной. Бля, по-моему, очень душно, пиздец, давайте что-нибудь еще. Твой, мне все тяжелее быть одной. Легенда, и регетон драмка. Да, мясо. Все, бро, спасибо. Конечно, что? Спасибо. Процентики просто накиньте. За припевчик. Yeah, yeah, what the fuck, what the fuck. Сука, вот это прикольно, блядь. Захожу на праздник, what the fuck. Тут все пьяны, но ты, то что на... Фиты, блядь. Да. Вот первая была хорошая, слышь? Вот. Блядь, да, вот первая, да, неплохо была. Блядь. Я захожу на праздник, what the fuck. Тут все пьяны. Я захожу на праздник, what the fuck, блядь. Ребят, нам надо срочно написать песню про праздник. Давайте я начну. Я захожу на праздник, what the fuck, блядь. Я молодой тупак, блядь. Захожу на праздник, what the fuck. Мясо. О, с автотюном, кстати, прикольно звучит, реально. А я понял, он в автотюн сразу записывается, да? Типа интересно звучит. Вот да, так голос. Трек начинается. Захожу на праздник, what the fuck. Тут все дэнсят, что так. Тут все дэнсят, так. Ты одна? Да, прикольно, прикольно, братан, what the fuck. Это не так. Захожу на праздник, what the fuck, диджей Пол и мудак. Мясо. Топ, да. Мясо, медвежий фарш, купат, братан, точно. Диджей Пол и мудак. Было. Ты танцуешь одна. Нихуя он, да, в автотюн. Ну вы пишете, автотюн тащит. На самом деле нет, там на самом деле с автотюном именно писаться в автотюн сразу же надо тоже это определенное умение, так скажем. Поэтому вы так не встанете. Ну, если вы первый раз перед микрофоном встанете, вы не сможете с микрофоном. Ну, вы поняли, с автотюном так заебись делать. Ты танцуешь одна. Ты танцуешь одна. Ты танцуешь одна. Так чё ты на праздник заходишь? What the fuck, в смысле, бля, я не понял. А может еще строчку, типа. Ты танцуешь одна. Та-та-та-та-та. И я вливаю. Я вижу тебя. Нет, это тупо. Ты, я, ты заходишь, я вижу, мы, ты, я, мы. Угу. Местоимение делать. Еще, блядь. Еще больше местоимений. Ты танцуешь одна, и я вливаю. И я, ты, я, мы заходим, ты, я, мы. Я вливаю или я не знаю. Или я, да-да-да, или я не знаю, ты, может, знаешь, я, мы, мы-то я. И я вливаю. Ты, давай, я вливаю, а ты... Ускорились, пацаны, поехали.
ясно, что ты пишешь другой. Каждый раз, как слышу... Кто же? Вот ты, я, не надо, я со мной, ты, я, мы пишем. Голос твой, угу. Мне все тяжелее. Твой, мой голос твой. Одной. Угу. Слышу голос твой, мне все тяжелее быть одной. Это crazy. Это crazy. Это what the fuck. Захожу на праздник, what the fuck. Тяжелее быть собой, yeah. Let's go, no, go, yeah. Even in a dome, yeah. Ну что такое, давай заново. Да. Crazy. Yeah. Мне труднее быть собой, yeah. Let's go, no, go. Да, да, погнали. Let's go, no, go, yeah. Не веду ее домой, yeah. Do it. Yeah. Мне труднее быть собой, yeah. Let's go, no, go. Не веду ее домой, yeah. Вы переведите половину. Ребят, переведите. Seriously? Пойдем дальше. Я не могу быть собой, я 30 барабанов, я иду к тебе с войной, я 30 барабанов, старая машина. У них свой язык, да? Прикольно, блядь. Новая самая машина, которую ты сейчас помнишь. Волга. Ой, я это в ТикТоке видел, прикиньте, блядь. Вот что-то про машину, сейчас про Волгу будет что-то. Пулапаешь на Волге, я пулапаю на Тесле. Бля, что такое пулапаю? Ха-ха, блядь. Что-то новенькое, а что такое пулапаю? Мне сказали... Ребят, мы кинем пулапать или гостем пулапать, скажите? Если честно. Да-да-да-да. Язык крипов. Не, реально, что такое пулапать, блядь? Я сейчас загуглю, мне похуй. Я смотрю аниме. Если честно. Строчка, смотри, включи. Нам мне русский pull-up дизайнер, это... не хватает Kanye West. Pull-up или pull-up leather — это натуральная вощеная кожа премиум класса толщиной до 2 мм. Покупать изделия из нее, помимо высокого качества, отличных потребительских свойств, побуждает необычная фактура поверхности и двухцветная мраморная краска с эффектом состаривания. А, вот что он имеет в виду, понял. На мне Гоша Рубчин. На мне Гоша Рубчин. Ну это, я, слушай, я вот на праздник как-то зашел и такой, what the fuck, блядь. И не хватает. Какой пулапать, кожа что-то, блядь. На мне Гоша Рубчинский, не хватает Kanye West. Неплохо, блядь. Не, нужны ключи. Я хочу ключи. Чего я осуждаю, блядь, что ты там хочешь? Вообще, слушайте. Ты пропустил мясо, ребят, тут все в мясо. Мне нужен ты, а ты... Тара-тара, ключи, только на ключи от твоей машины. Типа того. И потом то же самое, только от квартиры. Типа ты предлагаешь мне ключи от своего сердца, но мне нужны ключи от твоей квартиры. Ты хочешь предложить мне опять свое сердце, но мне нужны типа ключ от сердца, но мне нужны ключи от твоей машины. Да. Так, пока вот не кринж. Вот это, мне кажется, офигенно. Ты меня отшиваешь. Нет, пока нормально, пока не кринж. Я сегодня одна, не нужен мне ты. Т-т-т, нужны ключи квартиры. Бля, вот под это хуярить, Роднулькина. Сейчас слюна чуть не вылетела. Роднулькина, под это сидеть на празднике с родными, вот так вот. Не нужен мне ты. Пошел! Т-т-т, нужны ключи квартиры. А, хорошо, прям под застолье песенка, заебись, пока нормально. Сегодня одна. Опа! Не нужен мне ты. Нужны ключи от твоей квартиры. Может прикольно, быть, прикольно, ты... блядь. Ну, прикольно, да. Дарил от сердца ключи, mm-hmm. Но мне нужны ключи от твоей квартиры. Так, пока заебись, пока без кринжа. Сегодня поехали дальше. Одна, не нужен мне ты, не нужны ключи от твоей квартиры. Я сегодня одна, опа! Не нужен между мне первой ты, и второй, не нужны Арица, перерывчик небольшой, поехали. А я mm-hmm. первый раз квартиру, второй с машины. Или наоборот. Ключи от твоей... Та-та-та-та, автопилот, та-та, меня вот, на-на-на-на, меня ведет. Да, охуенно. Автопилот, вот это вот-вот. Хорошо, реально. На-на-на-на. Я бы так и оставил, реально. Автопилот, вот это вот-вот, блядь. Блядь, круто, реально. Я реально хорошая фраза, блядь. Включая автопилот, разливают мое, как в бизнес-классе, и меня уже ведет. И по телу тепло, но не от тебя, а я. Прикольно, ребята. Друзья, прямо сейчас в моем телеграм-канале проходит конкурс на 200 тысяч рублей. Сколько, бля, у тебя такие деньги вообще есть, братан? Ну, я не верю этого на ёб. Готов? Поехали дальше. Ну что? Депнуть в казино 200 тысяч. Друзья, поехали. Наступило самое-самое интересное. Наконец-таки треки готовы. Я вам хочу сказать, что сегодня мы услышим точно два хита. Сегодня будет... Да-да, сегодня будет два очень сильных трека. А, бля! Вы поняли эту хуйню, ребят, вы поняли? Мы услышим точно два хита. Вы поняли, потому что в прошлой серии дети обосрались, дети сделали плохо, дети
сделали полную хуйню, поэтому тогда не было хита, только у Крида получилось, поняли? Да, понятно. Он реально из-за этого посмеялся, я вам серьезно, 100% из-за этого. Все, поставил обратно скорость. Да, сегодня будет два очень сильных трека, я хочу обратиться к ребятам. Сегодня, ну тогда дети хуйню сделали. Как вообще ваше ощущение, что вы ждете? Не, на самом деле, вот справедливости ради, я уж клоуничаю, но справедливости ради, я говорил, что справедливости ради, я хочу кое-что сказать. Короче, справедливости ради. Егор Крид сделал работу над ошибками 100%, потому что раньше, ну, в прошлой серии он просто уничтожил этих детей несчастных, блядь, они чуть не расплакались, они расплакались, и он вырезал этот момент, да? А сейчас он контролирует, поняли? Он ходит, помогает писать припевы, короче, поэтому... оппонента, давай с тебя начнем. Андрей Токсис. Ой. Танцевальная, крутая песня у ребят, наверное, будет какая-нибудь. Да, такая. Еще, наверное, про день рождения, да? Да, да, про день рождения. Ну, не факт, потому что там праздник. Дальше поехали. Ну да, кстати, может быть, ну, любой праздник. Может, начнем? Что, на? Как будто что-то злое у вас. Такие вы злые. Я предлагаю сейчас скинуться на Суефа двум капитанам. Я предлагаю включить просто песни и послушать. Ну так нам же интересно, зачем мы играли тогда? Правда, let's go. Ура! Захожу на праздник, what the fuck, диджей полный мудак, ты танцуешь. Бля, они оставили эту строчку с диджеем. Да, и я вливаю разноцветный коктейль в свой кап. Ты сегодня моя, давай снимай с меня бан. Я твой подарок, я танцую. Чё снимать с тебя, блядь, да что ж такое? Я, давай снимай с меня бан. Я... Бард, блядь, словечки. Подарок, я танцую одна. Да, понятно, дальше. Не нужны ключи от твоей... А, бант! Я танцую одна. Не нужен ли ты? Не нужны ключи от твоей квартиры. Тебе нужен только мой железный конь. И пи***. House, он помогает, house улыбаюсь тебе. И мы тусуем в Москве на твоем дыре. И как держать, что... Чё он сказал, блять, ни слова не понял. Да похуй на клипы эти, да как будто мне интересно, чё они там, мы ж песни слушаем, мне не хочу клипов. У тебя сушки подруги запускают про меня слухи. Ты как Аника, а я Салуки. Хочу нацепить парни луки. Я смешался с тобой, наблюдая за тобой. Я уже совсем бухой. Я, ты, с тобой, за мной, за тобой. Я, захожу, ты, я, захожу, ты, я, ты, я. Так, ты танцуешь одна, и я вливаю разноцветный коктейль сойка. Ты сегодня моя, давай снимай с меня бант. Я твой подарок, я танцую одна. Не нужен мне ты, не нужны ключи. Не, ну короче, бля, песня, ну хуйня. Короче, вот без оскорблений, да, Акулич, оказывается, я не знал, что она охуенно поет, 100%, блядь. Но, сука, вот этот стиль, блядь, вот этот радиодача, это просто ужас. Когда они подумали, что это реально стилек, это просто... Танцую одна, не нужен мне ты, не это хуйня, хуйня. Я пиздец, меня прям блевать тянет, я как будто с мамой на дачу еду, реально. И вот просто радио играет, и вот эта хуйня играет, просто, блядь... Включая автопилот, разливают моё, как в бизнес-классе, и меня уже ведёт. По телу тепло, но не от тебя, а я. Это джин-тоник, я хочу новый фончик. Ну ладно, ладно, все уже, мы поняли. Суть понятна, давайте дальше уже. Мальчик, прогази столик, у меня к тебе вопросик. А музыка для зимнего катка. Да-да-да-да-да. Вот я прям представляю, как я на коньках хуярю. Да-да-да, вот это вайбик есть, да-да-да. Ребят, песня про праздник, блин. Я танцую одна, танцую одна. Не нужен мне ты, не нужны ключи от твоей машины. Я танцую одна, не нужен мне ты. Ну ладно.
ладно, ладно, все, я понял. Блять, ну реально, блять, сложно слушать. Вот не обижайтесь, ребята. Конечно, труд ваш оцениваю на все 100 баллов, но невозможно эту хуевину слушать, просто ужас, блядь. Давайте они моего опыта. Спасибо большое. Ну что, первое впечатление. Круто, круто, круто. Ощущение, как будто трек длился типа 5 минут. Да, о, вот это правильные слова Роднулькина, 100%. Миллионное процентов попадания, бля, миллион процентов. Опа! Очень душно, блядь. Этот припев просто ужасный, блядь. Вот это хватит, блядь. Ну вот это, блядь. Асти, масти. Не, трек раз... Это хуйня для бабушек. Ребята, запомните. Асти, Анна, мама Асти. Вот эти все, блядь. Это все хуйня для бабушек, блядь. Нахуй, не делайте эту хуйню. Трек очень круто. Ребят, давайте уже от этой опухоли в музыке избавимся как-нибудь и не будем вот это популяризировать, блядь. Вот эту хуёвину, блядь, для застолья, нахуй. Как Егора писал. Аня... Ебать, я злой, блядь. Ну это плохо, блядь, честно. Сало 100%. Базар. Да. Я солидарен. Угу. Как вам трек? Аху, блядь, Спасибо всем, спасибо. Вау, блядь. Можно я? Да. Погромче сделать. Я... Вы такие молодцы, ребят. С того, насколько классный текст. Сам. Это пиздец. Я пришла, ты, я, машина. Мне нужна машина, а теперь квартира. Вот это заебись, блядь. Кайф, что была тема праздники, и они закрутили это. Я твой... Закрутили это в ничего, блядь. Тема не раскрыта, это ж заебись вообще идея. Не, супер. И самое главное, что они же сочетаются. Да, круто. И типа, блядь, как-то, блядь, так получилось. Прикольно. Сильно, ребята. Просто давайте в следующей серии, если Егор Крид смотрел мою прошлую реакцию, раз поменял немножко концепцию в этой серии, да, давай тогда в следующий раз, короче, смотри, идейка тебе. Короче, вот слушай песню, да, и потом вот кто у тебя на заднем фоне сидит, вот ты каждого выводишь, короче, как на мини-сцену, и он такой выходит, и каждый говорит, как это охуенно. Вот это было бы разъеб, реально. Вот Амина, допустим, выходит такая, блять, хочу подметить момент и текст, и вообще круто. Уходит, следующий подходит там, вот Стас или Супер Стас. Блять, вообще бомба. Это, блин, это революция в музыке. Вот это было бы охуенно. Реально, чтобы каждый выходил и говорил, бля, как это круто. Вы сочетаете все. Прикольно. Ну, то есть ожидания, реальность оправдали. Оправдались, точно. Мне кажется, было круто. Давайте еще раз поаплодируем. Охеренный трек получился. Настало время команды Токсиса. Ты волнуешься, переживаешь? Нет. Супер. Все готовы? Да. Все, let's go. Погнали. Let's go. Слышу дис. Ура! Вот это, кстати, где-то в аниме. Я смотрю аниме, у меня есть вот эта капелла. По-моему. Не играй в игры со мной. Знаю, что ты пишешь другой. Каждый раз, как слышу голос твой, мне все тяжелее быть одной. Мне труднее быть собой. Я флексен он хоу, не веду ее там. Флексен он и хоу, блять. Нихуя словечки, блин. Я не могу быть собой. Я крисы барабанов, я иду к тебе с войной. Я знаю, что заслышал на твой талант. Big лап, делаю монеты, это игра. Money make, money make, money make, money make, money make, money make, money make. Я со своей счете на бита. Я прыгаю в машину, это езда. Ну я понял, короче, смотрите, смысл шоу такой, они выбирают стиль, короче, ты выбираешь стиль, вот, допустим, приглашаешь людей, вы выбираете стиль определенный, тему, да, вот им попалось опенинг, ну хуй опенинг, блядь, вот, тема про игры, но, короче, или что там, я забыл, но все равно все делают так, как хотят, прикольно, блядь, сука, ну, может быть, нахуй вот эти шарики вначале не нужны, просто вы песню поделаете и все. Какой смысл, если они все равно все делают то, что хотят, блядь? Вообще не в тему, блядь. Ну, типа, не по теме. Но это обычный трек Токсиса, то есть, как бы... Опенинг. Да ладно, я душню, естественно, понятно. Ну ладно, короче, понял. Нам не Гоша Рубчинский, не хватает Канье Уэста. Да уж, как его не хватает, блядь. Я не пишу другой, я выкинул мобил. Если сегодня сдохну, то возьму бабло в могил. Я сделал. Б-б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 -на мне волну. Убей твоего парня, чтобы ты меня любил. Мощные пацаны. А, бля, она так тихо поет. Чё её так тихо сделали? Так... А можно еще тише, блядь?
круто, блядь. Очень неинтересно, короче. Мне не понравилось. Браво, браво. Ну, короче, вот первый трек, ну, вообще, блядь, у меня прям отвращение к нему. Не потому, что его там ребята пели, то есть у меня к ребятам никому из них, кто... Ну, короче, поет, отвращения нету никакого, естественно. Просто я говорю, что песня первая прям блевотная. Короче, блядь, ужас. Такой вайп ради удачи, короче. Или катка, да, зимнего. А второй просто обычный трек Токсиса, короче. Ну... Блин, жестко. Да, поехали жестко. Каждый, бля, очень круто. Поехали. Реально очень круто, я крут. Не знала, что надо. Ха-ха, Роднулькина есть сюда, бля. Умеет, ну, правда. Ну нет, нет. Не, блядь, ребят, это, так, перестаньте, блядь. Да? Мы с Наташей общаемся постоянно, и я слушаю. А пруфы будут? А ты переписки покажи, насколько постоянно, чтобы я понимал. Творчество, и я хочу сказать, что я восхищена тем, какие ноты ты можешь тянуть. Спасибо. Да. Ты что-то сразу все слышишь. Да, да. Не, очень круто, тоже очень вообще абсолютно бочка. Другой трек. Ну, мясо. Ну, они супер разные. Да. И хорошо обыграли тоже. Друзья, слушайте. Обыграли, поняли? Этих крутых треков. Ну, что я могу сказать, блядь? Ну, неинтересно. Неинтересно, короче, выпуск. Не поржать, не флексить.